самые лучшие из лучших дошли до этого этапа. Нет, ну зачем такая ошибка? Прямо в блок эти шипы. Нет, все повифало. Никакого прессинга, ничего. Вот здесь, казалось бы, нужно наказывать, но не наказалось. Комбо-брейкер сразу. Чтобы особо не проигрывать по здоровью, Мумирах тут же брейкер отдает. Вот она, значит, почему перчатка летает. Она почему-то, когда даже от блока отбивается, летает обратно. Зачем-то. Как будто бы Кенши отразил. Неужели лоу с Nightmare Stance был хоть где-то сделан? Нет, в блок ударился, это будет наказание, конечно! Забранный первый раунд. Вот, откинул комрад своего оппонента на тот конец экрана. Пока что у него дела идут хорошо. Вот шли очень хорошо до этого момента, пока он не поймал на мадеш. Здесь пытается его псевдоинфинитом в блок достать Мумирах. Нет, не очень получается, все дропается, прессинг не идет, противники выпрыгивают. Происходит какая-то садомия. Ну это, конечно, будет комбо. И осталось просто чем угодно попасть в блок, совсем чем угодно. Лёха молодец, спуску не дает. Он еще готов поспорить, кто же здесь самый топ-тайр, Фредди или Кабал. Конечно же, мы знаем ответ, что это Кабал, но в данном случае одного Кабала будет недостаточно. Попытался наказать, но Мумирах ничего не сделал, поэтому это был просто НЖП и все. Вот, опять блок отпустил в самый неподходящий момент. Перчатка улетела назад, хоть и Фредди она никакого вреда не принесла. Мумирах заперт в углу и вот очень хорошо подобрал момент для арморного номадеша. Ну, у Камрада теперь тактика будет достаточно простая. Просто держаться на расстоянии и стрелять всякой фигней. Ах, если бы он за... Вот это! Это просто невероятно! Мумирах так и не сбил соплю и начал атаковать Камрада. И вот тут-то Фредди его подловил. Вот именно здесь. Друзья, прямо сейчас. Начинается регистрация на сайт Eventco Killerskin. Обходите, регистрируйтесь и участвуйте. Вот, выбрал момент. Очень много здоровья потерял после атаки Кабалы. И вот здесь не удалось перебить НЖП, как Камрад это обычно делал. Нет, я боюсь, что здесь было уже без шансов. Слишком много чип-демеджа. И у Мумираха был метр для того, чтобы гарантированно его добить. Притом метров все три. Здесь даже для того, чтобы пройти через что-нибудь от Фредди, он сделал арморный намадеш. Копит Камрад метр. Он уже накопил его полностью. Нет, не подловил. Очень поздно сделал. И Мумирах успел поставить блок. Перебил его в воздухе. Вот прямо-таки делает серию в надежде, что Кабал подойдет. И Кабал подходит и получает. Нет, вот здесь прорывается сквозь все преграды. Пытается своими нулями отбить преимущество. Но не получается. Прямо апперкот ему туда, в дэшкэнсел. Нет, здесь у него не хватит никакого здоровья и решающий бой в этом сете. И это кто? Или меняет? А, он меняет на пит, наверное, на пит. Да, у Камрада есть право сменить персонажа, и чем он... Нет, зачем ему пит?
чем он, возможно, воспользуется, а может и нет. Он может просто сменит арену. Возьми. Допинга нашим спортсменам не дают. Никакой подготовки к решающему бою. Я думаю, что за тем, что они хотели поменять карту, но что-то пошло не так. Ну потом Умирах просто выбрал сам. И говорит, не буду. Да, Алёха говорит, что ему норм. Но если Лёхе норм, то что мы? Что мы в данном случае можем сделать? Обмениваются. Умирах применил арморный дэш для того, чтобы выиграть размен. Как хорошо Пилута наказал. Прыгнул очень четко. Вот здесь, по-моему, можно было чуть ли не закомбить. Очень высоко был сделан. Очень высоко поймал противника. Апперкот и прямо перед лицом Фредди его ловят экзовые когти. Нет, комбо оказывается не в углу. Леха ее дропает. Никакого продолжения нету. Максимальное напряжение. Прямо сейчас решится, кто займет третье место. Поэтому Камрад не отпускает. Слишком долго лежал после пилы. Нет, не получилось воспользоваться соплей. А у Умираха еще и полный метр. Следует ожидать полной жести от Кабала. Он не остановится ни перед чем, чтобы победить. И нет, не угадывает Леха миксап. И Умирах закрепляет победу с помощью фаталити. Ну что же, впереди гранд-финал.